2017 год объявлен годом Самуила Яковлевича Маршака. 130 лет – не совсем круглая дата, но литературное сообщество решило напомнить россиянам о классике детской поэзии, чьи стихи читали дети с ранних лет. В детской библиотеке мероприятия проходили в течение всего года. И вот 8 ноября прошла литературная игра «Путешествие» в гостях у Маршака для учеников 2 класса 4 школы. Юные школьники с интересом слушали биографию писателя, истории созданных им стихов и сказок. К этому празднику ученики подготовились заранее. Они все лето читали произведения Маршака и поэтому наперебой отвечали на вопросы литературной викторины. Ребята поражали ведущую своей активностью и знанием темы. «Правда, дети, я хорош? На большой мешок похож. Дети просто отлично справились с этим заданием. На все вопросы отвечали хорошо викторины, слушали биографию. Творчество русского классика Самуила Маршака не первое столетие остается близким и понятным детям всех возрастов. А главное, его добрые произведения вызывают у них интерес. Мне очень понравилось. Я узнала, когда Маршак родился, когда он скончался, сколько у него было братьев и сестер, где он учился, как его учитель звал. Мне очень понравилось. Мне тут очень интересно, и я еще приду сюда. Мне очень понравилось в библиотеке. Я узнал, когда Маршак начал писать свои стихи. И мне понравились еще загадки. Надо отдать должное сотрудникам Десногорской детской библиотеки за интересные и познавательные мероприятия, которые расширяют литературный кругозор наших ребят и побуждают к духовному развитию.